Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы продолжаем рубрику «Моды на игру как достать соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. Сегодняшний мод называется «Как достать соседа Микс 2». Сделал его автор Андреу Студио, так он себя именует, И дело в том, дорогие друзья, у автора этого мода сегодня день рождения. Давайте все вместе в комментариях сейчас поздравим его с днем рождения. Давайте прямо вместе со мной пишите в комментариях прямо сейчас. С днем рождения! Написали? Тогда приступим. Меню выглядит как-то космически. Музыку запускаем. У музыки нет авторских прав. Ладно, хорошо. Тогда вырубать не буду. Доска для тех, кто играл в мой мод. Ведь здесь нет никого, значит, туда попаду я. Отлично. Разработчик микс первый. Манкей. Тут написано за вебкой. Но этот микс, скорее всего, отношения к тому этому миксу не имеет. Что ж, дорогие друзья, как я всегда говорю, давайте посмотрим этот мод. Хороший он или так себе? Поехали! Так, ну, что у нас здесь? Это демо-версия, как он сказал. Говорит, будет больше эпизодов. Переезд соседа. Сосед переехал. Подсказок нет, играй сам. После событий микса и 1.2 сосед устает от Вуди и переезжает от него. Но Вуди тут, как тут, нашел первый автобус и подкараулил соседа новое место для прядок, кладовка. Новый предмет для пакости, сундук. Отлично. Ну, давайте посмотрим. Себе. Минуты, обалдеть, ребята, еще никто времени не изменял в когда соседа. Могу спрятаться в кладовке, как это будет выглядеть? Понятно. Худи, невидимка, судя по всему, у нас. Лестница какая-то, бля. А это что, болты какие-то непонятные? Палки железные. Прутья, наверное. Не знаю. Но это обучалочный третий уровень. Как вы поняли. Коробки какие-то, блин. Да, она прям еще подсвечивается прям. Что это за сияние у банана тут образуется? Сосед продолжает ремонт. После переезда сосед не успел сделать ремонт, но Вуди ему поможет. Подсказок нет? Ну и фиг с ними. Так, только не говорите, что это опять уровень обучалочный. Да, это уровень обучалочный. Кладовка заперта. У нее рамка даже не доделанная. Привет, Ротвейлер. Написано там, по-моему. Дайте-ка догадаюсь, сейчас опять будет банан с сиянием. Точно. Больше 2 часов нам дают.
на это все. Только зачем, я не знаю. Вы прошли обучение, теперь походите по дому. Свободное хождение. Это такой режим, типа? Ясно все. Отличное хождение по дому, мне прям вообще все нравится. Какое счастье, но что нам свободный режим дают. Ну что ж, автор, не обижайся, но итог мода. Мод с большим перевесом получился плохой. Не обижайся, но может быть мое мнение изменится, когда появятся новые уровни. Но пока что этот мод мне не сильно понравился. Конечно, так себе интересно все нарисовано, неплохо так себе. Надеюсь, что когда появятся новые уровни, мы обязательно снимем обзор. И надеюсь, что мне понравится больше. Ну что ж, этот мод получился довольно коротким, поэтому мы идем навстречу следующему моду. А хороший ли он, мы узнаем после рекламы. А сегодня хочу прорекламировать канал, который называется «На обозе». Автор канала тут рассказывает про такие автомобили, как Toyota Taunus, Litais и прочие микроавтобусы такого же плана. Рассказывает и показывает о модификации автомобиля и о ремонте. Выглядит это все вот так вот. Вот такая у нас получается столешница. Контуры ее повторяют наш вот этот вот тоннель. Знаменитый 30-х кузовов тоннель. Он очень удобный, да, тут, но когда мы ставили, допустим, кружку с чаем, да, там термос, что-то там шевельнешься, и здесь все падало. То есть... Еще у этого автора канала есть рубрика, называется «Бусобос». Любой желающий, у которого есть такой микроавтобус, может снять про него видео и отправить к нему на канал. Помимо всего этого, Виталий, так зовут автора канала, снимает также про свои различные путешествия. Ну и в конце концов, каждое воскресенье он проводит стрим, на котором он отвечает на вопросы зрителей. Кстати, у него очень хорошее чувство юмора. Блин, Максимация, ты бы нормальный ник написал какой-то, пишешь там какой-то Андреас, Папа Андреас. Короче, переходите и подписывайтесь на этот канал, здесь душевно. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. И далее у нас идет мод, который называется «Как достать соседа, переезд соседа». Давайте посмотрим, хороший он или так себе. Поехали. Начинаем новую игру. Здесь всего 3 эпизода, я насколько понял. Менюшка выглядит так себе, неплохо. Мне нравится даже. Так, первые шаги. Ну давайте посмотрим, изменился ли этот уровень или нет. Не знаю. Авторский канал представляет. Да, это... Так и называет себя автор игры. Понятно, этот мод вообще не изменился. Переезд соседа называется этот мод, и сейчас мы посмотрим, действительно ли это переезд соседа. Похоже на то. Двери светящиеся, но внутри темно. Сосед дрыхнет у нас все время, да? Но какое счастье, что он не храпит. Туда нельзя. Кнопки на кровати, насколько я понимаю. В шкафу можно спрятаться. Ha ha ha.
Блин, я не успеваю в это время что-то сделать. Только не говорите, что надо туда это. А что тогда? Вот это? А что не наводится на кра... А, все. Ну давай. Где кресло-то? А что тогда надо делать? Здесь вот стрелочка на что-то указывает, только вот на что она указывает, мне что-то непонятно. Его завершить, кстати, можно. Давайте это сделаем. 98% уже. Ну и давайте второй уровень посмотрим. Так, этот уровень уже выглядит по-другому. Унитаз стоит в коридоре прямо. Так, ну кухня такая же. Твою мать! Откуда я знал, что он сюда пойдет? Это была подстава, да? Давайте наберем и посмотрим, куда он пойдет. Я так понимаю, вот это, типа цветок. Как по мыслям-то различить-то тут? А, это типа я маркером разрисовал, да? Унитаз, я сказал. Нет, нельзя. Так, ну... витаминки С. Может, витаминки? Ух, ничего себе. А, он к унитазу пойдет.
что дальше делать? Не знаю я, что дальше делать, ничего не получится походу дальше сделать. Такой вот мод. Давайте дадим оценку этому моду. Мод получился никакой. Я не знаю, какие... Я не знаю, как полностью пройти этот уровень и вот этот. Каких пакостей там не хватает. Может быть, мод действительно недоработанный. Ну что ж. Такие вот моды, дорогие друзья. Ссылочку, наверное, не буду оставлять на моды, потому что они сырые очень. Может быть, когда будут более-менее доработанные версии, тогда уже скинем, ну, тогда я уже оставлю ссылку. Ну, если вы сильно захотите, то напишите в комментариях, я вам оставлю ссылку. Ну, а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. И если вы тоже делаете моды на как достать соседа, неважно какие, хорошие, плохие, никакие, наркоманские и так далее, присылайте в обсуждение в группе ВКонтакте. Можете мне просто в личку ВКонтакте прислать. Но мне кажется, удобнее всего будет просто скинуть мод в комментариях под видео. Ну что ж, подписывайтесь, кстати говоря, на мою группу ВКонтакте. Я там часто выкладываю интересные события. Всем пока!